Ну, для нашего округа, еще раз говорю, проблема может быть более актуальна, чем для других регионов страны. Приволжье называют перекрестком культур и религий. Для округа характерен многонациональный и многонациональный состав населения, высокая активность национально-культурной жизни, большое количество действующих религиозных организаций, принадлежащих различным конфессиям, и значительные миграционные потоки. По мнению координатора ассоциации Сергея Грачева, тема по-настоящему сложная и чувствительная, так как проблемы в этой сфере есть, и если ими не заниматься предметно, то сами по себе они не исчезнут. При этом представители радикальных конфессий различного толка, используя ошибки структур власти, придают им национальный и религиозный характер. Сегодня те цифры, которые прозвучали, они говорят о том, что да, вообще ситуация достаточно стабильная у нас в регионе, но успокаиваться на этом не стоит. У нас по национальности вообще нет вопросов. Сегодня больше вопрос стоит вот конфессии и радикализм. Неважно какой, или это национализм русский, или это радикализм исламский. Вот где точка соприкосновения. Год назад была утверждена стратегия государственной национальной политики до 2025 года. В своем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации назвал межэтнические отношения важнейшей темой, которая требует откровенного разговора в обществе. Поэтому регионам необходимо интенсифицировать работу по переводу стратегических задач в плоскость практических управленческих решений. Светлана Семенидова, Владимир Жидов.